вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать эффект суперсилы, как можно быстро бежать и прыгать очень высоко. Лучше посмотрите мой пример. Для этого видео нам понадобится обычная камера, где мы все снимем, и программа Power Director, где мы это все и смонтируем. А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Для начала найдем место, где мы хотим снять наше видео, и установим телефон на штатив. Зайдем в камеру и снимем видео там, где мы смотрим по сторонам, и убегаем. В этом кадре я убегаю, а в следующем я должна прибегать. Снимем вторую часть видео там, где я прибегаю. А следующий кусочек у нас будет поинтересней. Мы будем делать все обратно. Я задом поднимаюсь по книгам и спрыгиваю. Приседаю, как будто я хочу прыгнуть, и убегаю задом. Смотрится, конечно, это очень смешно. Следующий кадр мы снимем, что я бегаю туда-сюда, туда-сюда. Теперь мы сохраним молнию с Ютуба. Заходим в Ютуб и пишем «Молния на хромакее». Выбираем одну. Нажимаем на стрелочку «Поделиться» и копируем ссылку. А проще всего записать запись экрана. Выходим с Ютуба и заходим в программу «Save from Net» и вставляем нашу ссылку. Теперь нажимаем на кнопочку «Скачать». Все, наша молния скачалась. Теперь можно приступать к монтажу. Выходим и заходим в Power Director. Нажимаем «Создать новый проект». Выбираем формат видео. Выбираем 16:9. И нажимаем «Ок». И добавляем наше первое видео. Нажимаем на него. И нажимаем на плюсик. Оно добавилось. Вот оно у нас. Теперь нажмем на карандашик и уберем звук с видео. Увеличим наше рабочее место так, чтобы нам было удобно монтировать. Найдем место, где я убегаю, и разрежем видео. Выделяем вторую часть видео, нажимаем на карандашик, скорость и немного увеличим. Включим ползунки «Плавный вход» и «Плавный выход». Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Теперь наводим курсор на вторую часть видео, нажимаем «Эффекты» и выбираем эффект «Задержка». Нажимаем на плюсик. Нажимаем на этот эффект, который мы только что добавили. Нажимаем на карандашик, чтобы отредактировать наш эффект. И выставляем регулярность на 2. И у нас получился такой эффект, как будто за нами остается след. Теперь добавляем вторую часть видео. Нажимаем на нее и нажимаем на плюсик. Также уберем громкость.
Выделяем, нажимаем на карандашик, громкость и упускаем. Нажимаем на ОК. Теперь добавим третью часть видео. Выделяем видео, нажимаем на карандашик и выбираем обратное воспроизведение. Нажмем ОК и подождем, пока наше видео обработается. Теперь выделим третью часть видео и разрежем в том месте, там, где я уже подбежала. И ускорим. Нажмем на карандашик, скорость и немного подымем. Теперь наводим курсор на эту часть видео, нажимаем эффекты и выбираем задержка. Нажимаем на плюсик. Также выставим регулярность на двоечку. Давайте посмотрим, что же у нас получается. Разрежем видео перед самым прыжком и после прыжка. Выделяем эту часть, нажимаем на карандашик, скорость и поднимаем. Наведем курсор на эту же часть видео и добавим эффект задержка. Нажимаем на плюсик. Также регулярность выставим на 2. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Вау, получилось очень круто. Я прям супермен. Вернее, супергерл. Разрежем в том месте, там, где я уже начинаю спускаться. И теперь ускорим эту часть видео. Я очень смешно спускаюсь. Ускорю я этот кусочек на максимум. Вернемся ко второму видео и сделаем так, чтобы кадры совпадали. Обрежем немного конец во втором кусочке видео. Выделим этот кусочек видео и увеличим скорость. На этот же кусочек тоже добавим эффект задержка. И теперь добавим последний кусочек видео. Найдем у этого видео начало и конец и обрежем лишние кусочки. Проделаем с этим кусочком все то же самое. Добавим скорость и добавим эффект. Все, наше видео готово. Теперь можно добавить молнию. Нажимаем слой, видео и находим нашу молнию. Вот она у нас. Нажимаем на плюсик. Первый эффект молнии мне не нравится, поэтому я разрежу и оставлю только второй. Подвигаем наш слой в самое начало. Выделяем его, нажимаем на карандашик и нажимаем пипетку. Нажимаем на пипетку, чтобы удалить цвет. И теперь пипеткой щелкаем по зеленому экрану и ползунками подстраиваем. Выделим наш слой и подстроим под наше тело. Немного уменьшим. Получается очень круто, мне нравится. Так как слой у нас меньше, чем наше видео, мы выделяем, нажимаем на карандашик и нажимаем копировать. И обрежем в том месте, там где я начинаю убегать. Проделаем все то же самое с другими частями видео. Там где вы хотите добавить молнию. Просмотрим, что у нас получается. И можно сохранять. Нажимаем на значок в верхнем правом углу и нажимаем создать видео. Теперь выбираем сохранить в галерею или на CD-карте. Выбираем формат, в котором вы хотите сохранить. И нажимаем на записать результат. Все, наше видео сохранилось. Теперь нажимаем ОК. Продолжай в том же духе. От меня огромный лайк. И смотрим видео второго лайкера. Вау, у тебя нереально круто.
получилось. Продолжай в том же духе. От меня лайкосик. На этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось. И оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео. А когда снимете, пишите хэштег Снежана Снежок и хэштег Хочу видео Снежаны. Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока.